Казалось бы, занятия на свежем воздухе для этих людей стали уже обычным делом. Однако в Ленинском округе для них каждый раз готовят нечто особенное. Танцы под песни Бориса Гуреева стали отличной разминкой перед началом тренировки. С приветственным словом к долголетам обратился заслуженный тренер России Андрей Шишин. Я как человек, имеющий прямое отношение к спорту, да, и сам профессиональный спортсмен, и мои ученики прошли путь с 5-летнего возраста, да, до золотых медалей Олимпийских игр. Конечно, восхищаюсь вами. Вы большие молодцы, и мы знаем, что спорт – это не только здоровье, да, но и, конечно, наш национальный фонд. Со словами поддержки выступила заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова. С летом, с теплым солнечным днем, с днем, который мы сегодня назвали днем большой такой гимнастики. И вперед, и только вперед. Сначала разминка шеи, потом рук. Далее долголеты делали упражнения на ноги. Каждый подход сопровождался указаниями тренера, который помогал заниматься спортом правильно и эффективно. Не обошлось и без упражнений на координацию. Здесь говорим «Окей», и здесь говорим «Окей», здесь лайк, здесь «Окей». И пробуем поменять. Многие участники клуба «Активное долголетие» вступили в него благодаря занятиям в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Постоянные занятия спортом не только укрепляют здоровье долголетов, но и помогают достигать новых высот в спорте. У нас разные направления активного долголетия по интересам. Мои занятия проходят ежедневно. Скандинавская ходьба с 10 до 11:30. Участвуем в городских, в областных соревнованиях. Ездим на всякие конкурсы. Привозим дипломы, кубки. Екатерина Астахова состоит в клубе уже третий год. Сейчас ей 81, но она признается, цифры в паспорте теперь для нее ничего не значат. Приходим туда, чтобы общаться, радоваться, ну и скидывать возраст. А спортивные практики, которые проводятся в активном долголетии, они просто трудно оценить их влияние на нас и все, потому что с нами занимаются очень известные и квалифицированные тренеры. Праздник здоровья и спорта удался. Спортсмены клуба «Активное долголетие» уже ждут следующего занятия на свежем воздухе, которое состоится совсем скоро. Инга Инчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.